Ремонт дорог – один из основных вопросов от жителей поселка Зубчининовка. Какие улицы нужно внести в план ремонта? Озвучили на встрече проекта на связи с губернатором. Местные власти взяли адреса в проработку, хотя часть из них уже в графике ремонта. В частности, улицу Магистральную отремонтируют в этом году. Волнуют жителей и слухи вокруг закрытия детской поликлиники. И нас хотят закрыть детскую поликлинику. Это вопрос для нас острый. Мы бы хотели, чтобы эту поликлинику оставили. Только что разговаривал с главврачом. Никто не собирался никуда его убирать и убирать не будет. Беседа на слушаниях получилась жаркая, вопросов немало. Это и коммунальная сфера, и бесхозные водоводы, которых в микрорайоне немало. Представители власти в курсе проблем жителей. Все вопросы уже в работе. Их будут решать поэтапно. Причем внимание на встречах проекта каждому жителю. Людмила Мурашкина сетует, после ремонта дороги машины ездят вплотную к ее забору. Глава администрации Кировского района пообещал разобраться в ситуации. Хочется сказать огромное спасибо за то, что такие встречи делают. Они необходимы и, возможно, будут иметь положительный результат. Если мы не будем говорить о своих проблемах, то нас, возможно, и не услышат. Изменилось тогда отношение в том, что создаются определенные как бы инициативные группы. И вот эти инициативные группы сами ищут вместе с нами, с депутатами, с администрацией решение того или иного вопроса. Мы заинтересованы в этом, потому что, не поднимая вот эти злободневные вопросы, ЖКХ, благоустройство, дороги, мы все равно не сделаем так, чтобы население у нас было спокойно, уверенно в своем будущем. Работы впереди много. Много и реальных шагов по развитию Зубчининовки. Уже отремонтировали кинотеатр «Луч», на очереди ДК «Зубчининовка», строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и, конечно, ремонт дорог. В первую очередь решать будут вопросы, которые волнуют горожан. Марина Кравцова, Валерия Макарова, Станислав Левин. События.